Russian hackers. 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 Все, что случилось, все, что хреново, и погода в Техасе, все это Russian hackers. Вот все. Это бренд. 95-94 год, мне родители купили компьютер. Я открыл для себя, что такое порно-сайт. А для того, чтобы туда зайти, мне нужны были кредитные карты. И единственный вариант, да, их достать, это украсть. Это советская математическая школа, это очень серьезное образование, это возможность без присмотра спецслужб исследовать интернет. В этой экосистеме, как в теплице, мы росли, и условия были идеальными, и вот... Конец 90-х, начало 2000-х, все это хакерство всем было вообще наплевать. Столько проблем в стране, какие еще там хакеры, какие там взломы в какой-то там Америке. This was an entirely new crime. It was a cyber bank robbery. С ущербом в американских банках ребята дернули ярд. У нас были деньги, у нас был фан. Мы тусовались постоянно в офлайне. Мы понтовались, у нас были какие-то дорогие машины, какие-то нереальные квартиры, там еще что-то. Мы думали, что это будет длиться вечно, никто же в тюрьму сам не собирался. Тебе грозит 56 лет, ты сядешь на 56 лет. 56, Спускаемся на парковку, и там, ну, я не знаю, вся полиция штата и плюс из Калифорнии часть приехала. Потом я вышел под залог. Через сутки меня в стране уже не было. Спецагент один охотился за мной больше 4 лет. Прислал подарки, приглашал, оплачивал там все. Ну, какой же русский не любит халявы. Многие, кстати, на это попали. Нужно было понять, что надо завязывать, но остановиться невозможно просто так. «Русские хакеры. Начало» с 23 февраля. Только на Кинопоиске.